Отож, доброго ранку ще раз. Продовжуємо наш прямий ефір. І поруч зі мною гість, якого я так довго чекала. І взагалі, я взагалі чекаю гостей. А от Олександра Сінкевича все ж таки більше. Кандидат на посаду міського голови, голова громадського об'єднання «Голос громади». Доброго ранку, Олександре. Як у вас настрій? Замечательно. Замечательно. Немножечко замерзли, поэтому я вам, как хозяйка сегодняшнего эфира, предлагаю согреться нашим вкусным ароматным чаем. Давайте, спасибо, наверное, тогда сначала его выпьем и потом начнем наш разговор. Немножко согреемся. Итак, отличный вот... чай. Вкусный чай? Да, отлично. Мы старались, чтобы вам понравился чай фруктовый, между прочим. Вот же сегодня Всемирный день молодежи. На эту тему мы будем с вами говорить. И вы молодой, красивый, вспоминать много чего не нужно. Но все-таки, каким вы были в студенческие годы? Чем увлекались? В студенческие годы я был очень активным. Я любил ходить в походы. Я любил играть на компьютере, как и молодежь того времени. И, конечно же, я любил рок-музыку. Будучи студентом, мы организовали с нашими однокурсниками, друзьями, мы организовали рок-группу и гастролировали в том числе, и выступали в разных конкурсах. Ну, было очень интересно. Студенческие годы – это лучшие годы в моей жизни. Я их сейчас вспоминаю. Ну, конечно, не учитывая того времени, когда у меня родились дети, но студенческие годы – это как раз тогда, когда я познакомился со своей женой в университете. И... Да, самые веселые и такие, скажем, даже не знаю, как сказать, оторванные разве что. Угу. Такие поступки глупые, там, переплыть Южный Буг, там, и еще что-то. Вы переплывали всегда... Южный Буг? Да, я ходил на плавание просто в детстве и неплохо плавал, и поэтому пришлось переплыть туда, а потом обратно, чтобы не ехать на маршрутке. Ничего себе, вам есть что вспомнить. Да. Хорошие были годы, тем более вы музыкант. То есть в молодости вы успели многое, да? Вот. Оторвались, а теперь такой серьезный. Ну, я на самом деле серьезный, потому что жизнь обязывает быть серьезным. А в жизни я люблю юмор, я люблю позитивные эмоции. Поэтому я до сих пор себя считаю студентом где-то в душе. Потому что молодым, и мне очень легко находить язык с молодежью, потому что я не так давно был студентом, 15 лет назад. Всего-то нас. Всего. Вот, поэтому мы говорим с вами о молодежи, вы к ней близки. Какие потребности на сегодняшний день у молодежи? Какая она сегодня? Ну, потребности... У всей молодежи Украины одни и те же. Хотелось бы им больше мест развлечения, больше фестивалей, больше внимания городской власти. Наверное, каких-то мест, где молодежь могла бы проводить хорошо время. И в любом случае, молодежь сама придумывает, если ей не помогает, то она сама придумывает, как это время занять. Ну, должен вам сказать, что в Николаеве молодежь очень активна, очень креативна. И... должен сказать, очень талантливая. Несмотря ни на что, у нас есть куча классных коллективов, люди занимаются творчеством, люди играют там, в рок-группах, в поп-исполнители у нас, в общем, роллеры, спортсмены и так далее. То есть инфраструктура у нас, конечно, страдает для того, чтобы полноценно заниматься спортом для молодежи. Но при этом у нас классная молодежь. Я верю в нее, и я верю, что будущее за этими людьми, будущее классного Николая. Молодежь у нас действительно классная, но как ей помогать и какие проблемы на пути все-таки у нее есть? Давайте остановимся более детально. Мне кажется, основная проблема молодежи сегодня в Николаеве на сегодняшний день – это трудоустройство. А именно вот молодежь идет в университет, получает образование и при выходе оттуда понимает, что все, чему ее учили, это, ну скажем так, был первый этап. А теперь ей нужно научиться то, чем они будут зарабатывать деньги. И отсутствие рабочих мест, отсутствие предприятий вынуждает молодежь покидать Николаев. Отсутствие инфраструктуры, отсутствие детских садиков также вынуждает их. Но в любом случае, я верю, что все изменится в лучшую сторону. Как решать эти проблемы? Вот очень трудоустройство, просто. Давайте хотя бы вот эту проблему. Очень просто. Любая проблема, надо искать ее корень. Корень проблемы... Я не хотел бы утреннюю передачу переводить. Да, ну так, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Нужно создавать просто условия для того, чтобы предприятия сюда приходили. Для молодежи предприятия, которые высокоинтеллектуальные, инжиниринговые предприятия, где молодежь могла бы себя проявить. У нас во всех сферах не хватает рабочих мест. Экономика, экология, культура и так далее. То есть, и в общем, конечно же, нужно поднимать уровень заработных плат в этом все. Потому что можно намечтать себе много чего хорошего, но
если тебе зарплата хватает, чтобы оплатить только коммунальные услуги, ты будешь все равно в депрессии. А молодежи хочется эмоций, угу. хочется веселья, хочется как-то, ну, молодость свою провести так, чтобы потом было что вспомнить в старости. Вы были, конечно же, за границей, общались там с молодежью. Какая она там? Велика ли эта разница между нашей молодежью и европейской? И далеко ли нам еще до этого идти или нет? Я думаю, что, конечно же, молодежь отличается. Отличается в том смысле, что ну, другие страны создают другие условия для молодежи. И молодежь, они озабочены тем, как выживать, там, зарабатывать для того, чтобы обеспечивать свою семью. А озабочена, как провести свободное время, как лучше куда-то съездить, как лучше пойти на какой-то фестиваль, как лучше пойти отдохнуть на пикник на какой-нибудь полянке, в какой-нибудь парк отдохнуть. То есть, конечно же, молодежь везде одинакова. Она беззаботная, она хочет... хочет отдыха, хочет новых эмоций, хочет положительных эмоций. И где-то это получается, где-то этому еще не успели уделить должного внимания. И уверен, что в нашей стране все постепенно наладится, и наша молодежь тоже будет счастлива. Конечно, будет. Вот давайте немножко заглянем в будущее. Какая она будет, наша молодежь, и что ее ждет? Я думаю, что ментально наша молодежь не поменяется. У нас очень... Я встречаюсь очень много с разными людьми, в том числе и с молодыми, и скажем так, и на улице, и на каких-то площадках. У нас очень открытые молодые люди. Они не злые, они очень позитивные. Я думаю, что это сохранится и приумножится. Уверен, что у нас будет здоровая молодежь, потому что спорту сейчас уделяется недостаточное внимание, но люди уже начали понимать, что если мы сегодня не займемся спортом, для молодежи, то завтра мы будем лечить их от болезни. Если сегодня мы не займемся культурой и образованием для молодежи, то завтра мы будем заниматься проблемами преступности. И я очень надеюсь, что и городская власть, и наша государственная власть это осознает и как-то начнет двигаться в этом направлении, изучая опыт, собственно, других более успешных стран. Наука. Вот у нас сегодня будут гости, которые занимаются наукой. Хотят. Очень много идей, но это очень трудно. Как-то не очень актуальна и популярна наука. Что с этим делать и почему? Как молодым науковцам заниматься? Ну, скажу так, что это не популярно, потому что это неинтересно. Мне кажется, для того, чтобы заинтересовать молодежь наукой, нужно сделать это более креативно, более, как это сказать, более интересные подходы. Потому что наука, она сама по себе очень интересна, если в это погрузиться. Когда-то в университете, когда я учился и изучал предмет распознавания образов, преподаватель меня спросил, вам не интересно, чего не слушать? Я говорю, конечно, не интересно, как этим можно заработать деньги? Потом, впоследствии, через несколько лет, я смотрел телевизор и на одном из украинских каналов увидел своего преподавателя, который презентовал разработку их со студентами, которая занималась тем, что распознавала лица в Гугле. И за эту разработку они, по-моему, продали за 40 миллионов долларов. Вот, видите. Да, это было интересно, и они смогли заработать на этом. Поэтому это неинтересно то, что ты не сильно понимаешь. То надо менять подходы к образованию. Каким образом? Ну, вообще, как заинтересовать? Или те, кому интересно, как им быть? Потому что очень мало внимания этому уделяется. Конечно, мало уделяется внимания, потому что, ну, скажем, мало уделяется объяснению перспектив. Угу. Уверен, что многие дети, большое количество молодежи просто не знает, как это может им пригодиться в жизни. И если нам просто дают что-то, изучай, а ты не понимаешь, зачем это, во-первых, становится неинтересно, во-вторых, это становится нудно. Угу. А в-третьих, у вас начинается отрицание уже. Не хочу я ничего это учить, это не нужно. Вот. А когда вы все это начинаете понимать, что это такое, зачем это, насколько это интересно, нужно менять подходы к образованию. Не надо ничего выдумывать. Нужно просто изучить, как это работает в других местах, взять лучшее и внедрить у нас. Но мы все время пытаемся что-то, знаете, выдумать. Угу. Вот свое придумаем, наше. Этим самым усложняя ситуацию, потому что мы опять снова идем и наступаем на те же грабли, которые люди уже прошли давным-давно. Александр, давайте еще заглянем немножко в будущее. Вот у вас открыты руки, вы все можете. Три первых действия, которые вы сделали бы для молодежи. Для молодежи? Да, ну, вот именно для молодежи. Считаю, что, знаете, вот всегда в последнее время вспоминаю Стива Джобса, который сказал, что что-то типа такого, что плохие руководители нанимают профессионалов, а потом рассказывают им, что делать. Угу.
первую очередь, ну, действительно, я молодой, но молод был я еще лет 15 назад. Я бы собрал молодежь и спросил, что вам нужно. В первую очередь. Это первый шаг. Второе, скоординировал по приоритетам, что вам нужнее всего сейчас, что вам нужнее, и спросил, как они видят эту реализацию. И, конечно же, после этого начал реализовывать это все. То есть первые три шага были, наверное, такие. Я бы не стал бы навязывать свою точку зрения, потому что я уже вырос, и я уже все вижу мир со своей точки мировоззрения. Но она уже поменялась с того момента, когда я был студентом и там, юношей, и молодым. Угу. Я поняла. Спасибо вам, Александр Федорович. У вас есть возможность поздравить сейчас нашу молодежь, пожелать им то, чего вы хотите. Дорогая молодежь, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Ну, желаю вам больше эмоций, больше позитива. Уверен, вы заслуживаете больше внимания со стороны своих родителей, своего города. И уверен, это внимание вы получите. Надеемся, что будет так. А спасибо, у нас в гостях був Олександр Сінкевич, кандидат на посаду міського голови, голова громадського об'єднання «Голос громади». Дякуємо вам. Спасибо. Приходьте до нас ще.